Приветствую, друзья. Хочу сказать по автопилоту для водометов с задним ходом. Значит, задний ход на автопилотах Ранфри для водомета реализован по принципу. Вы даете стик назад, и у вас серво автоматически перекрывает поток. Вам не нужно отдельный тумблер выводить, чтобы перекрывать поток. Даете задний, поток перекрывается. Но установку автопилота на водометы с задним ходом лучше проводить у нас. Вы нам присылаете кораблик, и мы устанавливаем, поскольку регулировка хода, она идет программная. То есть не через пульт, а через прошивку самого автопилота. Показываю на практике. Извините, пульт пищит, потому что он подстроен по 4S. Даем задний ход. Поток перекрыло. Двигатель работает. Вот, даю задний. Никаких тумблерочков нам для заднего хода нажимать не нужно. Все на автоматике. Единственное, что говорю, что конфигурация сервопривода, то есть диапазон его хода и реверсы, настраивается только программно через прошивку. На пульте настроить невозможно.